Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Собрание садоводов в СНТ «Успех» состоится 6 мая 2023 года в 12 часов около охраны. Сдаются в аренду 4 дачных магазина в обжитых районах пригорода. Возможна продажа. Подробности по телефонам 55 37 47 или 8 902 366 02 81. Требуется сиделка для мужчины 41 года, оплата 1000 рублей в сутки. Звонить по телефонам 8 961 937 89 99 или 228 999. Компании «Оренбургсконсервис» требуются техники, диагносты электрики, слесари по ТО, токари ЧПУ, станочники, а также водитель вилочного погрузчика. Обращаться по телефонам 30 2007 или 30 2067. В пекарню на улице маршала Жукова требуется повар, работа днем, и пекарь по хлебу, работа ночью. Телефон 60 49 59. Требуется водитель с категорией Е. Телефон 8 932 865 57 52. Компании «Оренбург Реалстрой» требуются машинисты экскаватора, крана и автогрейдера, водитель бензовоза, электрогазосварщики, а также подсобные рабочие. Звонить по телефонам 30 2007 или 30 2067. Требуется водитель категории С на ассенизатор. Телефон 600-135. В ЖКХ требуется дворник. Телефон 43-80-38. Подработка. Оплата сразу. Можно студентам. Телефон 8-922-883-44-34. Требуется сторож. Обращаться по телефонам 8 953 456 5117 или 38 2302. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Телефон 96 36 16. В строительную организацию требуются водители категории С, сварщики, а также монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 427-888. В кондитерскую фабрику требуется упаковщик, кондитер, а также грузчик. Телефон 24-50-51. На завод железобетонных изделий требуются формовщики, сварщики, разнорабочие, оператор БСУ, охранники, слесарь, а также электромонтеры. Телефон 230161. Требуются машинист экскаватор-погрузчика, водитель самосвала, завхоз, а также водитель категории Е на маршруты по городу и межгороду. Телефон 8 986 781 91 51. Требуются охранники. Телефон 92 79 79. На производство мороженого требуются фасовщики-комплектовщики, специалист КИП и IT, а также старший оператор. Подробности по телефону 52 85 87 или на сайте orinmilk.ru. На автомойку требуются мойщики и администратор. График работы 2 через 2. Телефон 8 987 793 11 86. Организации требуется водитель автомобиля. Телефон 73-26-05. В компанию «Благоустроитель» требуются водители самосвала с категориями С, Е. Телефон 8-922-856-69-99. Требуется уборщица в поселок Степной. Телефон 8-906-844-98-10. В автосалон требуется уборщица и дворник. Телефон 917-770. Требуются продавцы в круглосуточные продуктовые магазины. Телефон 96-31-52.
требуются лицензированные охранники. Звонить по телефону 8 922 538 45 44. Требуется наборщица на склад продуктов. Телефон 909-902. В Кушкульские теплицы требуются сотрудники. Сдельная оплата труда от 30 тысяч рублей. Обращаться по адресу Шарлыкское шоссе 30А или по телефону 38-77-22. Требуются мойщики на автомойку. Телефон 43-73-73. Организации требуется водитель категории «Б», «Д» с опытом работы от 5 лет для развозки персонала. Работа в городе Оренбурге. График сменный. Телефон 8-932-540-0002. Компании «Склад-сервис» требуются сторожа, кладовщик, а также грузчик-стропольщик. Звонить по телефонам 23-76-64 или 23-76-71. В автосалон требуется уборщица. Телефон 43-73-73. В строительную организацию требуются разнорабочие. Телефон 8-961-932-19-36. На полный рабочий день требуется уборщица в ресторан. Оплата от 1400 рублей за смену. Телефон 42-64-18. Требуются охранники. Телефон 92-14-09. Требуется переработчик рыбы. Звонить по телефону 8-922-541-96-34. Требуются водители-дальнобойщики категории «Б», «БЕ», а также грузчики. Заработная плата достойная. Телефон 29-40-44. Требуются лицензированные охранники. Заработная плата 20 тысяч рублей. Телефон 94-70-14. Требуются сотрудники в ресторан. Возможно, обучение. Оплата от 1500 рублей за смену. Телефон 427-420. Срочно требуется уборщица. Телефон 8-922-624-0094. Требуется водитель категории «С», «Е». Телефон 8-903-392-2376. Оренбург-хладокомбинат приглашает на работу грузчиков на склад, а также карщиков. Подробности по телефону 528587 или на сайте orinmilk.ru. В ресторан требуется посудница-уборщица и официанты. Телефон 970-921. Военная служба по контракту. От 230 тысяч рублей в месяц плюс единовременно 195 тысяч рублей. Право на военную ипотеку, служебное жилье или компенсация аренды квартиры. Бесплатное высшее или среднее специальное образование для иностранцев, ускоренный порядок получения гражданства Российской Федерации. Обращаться по адресу улица Терешковой, 245/3 или по телефонам 78-40-51 и 78-41-57. Видеоблокнот и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.